Узнав о том, что дочка получила травму в детском саду, Сапар Кулькапламбекова отправилась к руководству дошкольного учреждения. Однако конкретного ответа, по словам женщины, она там не получила. Мне заведующая сказала, что у них детей много, и воспитатели не в силах за всеми уследить. Потом вызвали медсестру, она намазала гель на лицо моей дочери, и на этом все. Получить комментарий у руководства детского сада нашей съемочной группе не удалось. Оказалось, что директор находится в отпуске. По словам представителей детского сада, на месте не было и воспитателя группы, в которой обучается девочка. Ее нет, она после обеда во вторую смену работает. Однако искомая особа все же находилась на работе. Увидев видеокамеру, она поспешила удалиться. Коллектив детского сада в шоке. Обвиняемый в избиении ребенка воспитательница имеет 20-летний стаж работы с детьми. Она хороший воспитатель, опытный. Я не верю, что она может причинить вред детям. Такого быть не может. Эта воспитательница приходила ко мне, просила у меня прощения, а теперь она свою вину не признает. Родители пострадавшей девочки отвезли ребенка на судебно-медицинскую экспертизу. В заключении экспертов факт телесного повреждения не отрицается.